Мэрия спонсирует церковь. 325 тысяч гривен муниципалитет планирует потратить на содержание Спасо-Преображенского собора. Такое решение одобрила бюджетная комиссия Горсовета. Последнее слово за депутатским корпусом, который должен утвердить проект решения на сессии. В то же время с этим согласны не все народные избранники. По мнению Лилии Леонидовой, к этому вопросу нужно подходить комплексно. Дом Русова и многие другие памятники архитектуры также нуждаются в финансировании. Я не против финансирования церкви, храма. И если город имеет возможности и желание это делать, ради Бога, тогда, может быть, обернуться вокруг и посмотреть на другие достопримечательности, которые погибают.